приведем два обозначения, то, что мы уже считали сегодня. Вероятность попасть на ось абсцисс впервые после 2n бросков. То есть бросаем монету 2n раз, ничего точно раз бросать нельзя, да? И вот если мы впервые попали на ось абсцисс, то, значит, одна ситуация. Тогда мы это записываем, да? И у нас будет другая величина, удвоенная. Это вероятность попасть на ось абсцисс после 2n бросков. Видите, отличие только в одном слове. В одном случае мы должны, в принципе, после 2n бросков оказаться в той ситуации, когда Орлов режет корову, да? В другом случае, до этого мы не должны были оказываться на оси абсцисс. Оказывается, между вот этими вот числами, f2n и u2n, есть некоторые связи, причем очень простые и красивые. Начнем с вещей совсем очевидных. Понимаете ли вы, что u2n – это число сочетаний из 2n по n делить на 2 в степени 2n? Да или нет? Да. Правда? Мы должны сделать поровну ходов вверх и вниз. То есть мы должны сделать 2n шагов, из них n шагов вверх и n шагов вниз. Вот, значит, число сочетаний из 2n по n делить на 2. Другая формула, которую я вам сегодня уже объяснял. f2n, тут хитрее. Тут мы должны сначала выбрать, и вот идти сюда и ходить высоко-высоко, и потом так пойти, или пойти сюда и ходить-ходить-ходить, и в конце так пойти, да? Так вот, смотрите. Нам запрещено здесь оказывать, но в конце должны оказаться здесь. Что можно сделать? Можно взять и сказать, что вот, вот между этими двумя точками у нас должно быть n-1 открывающая, n-1 закрывающая скобка. Правильно? И это должна быть правильная скобочная структура. И разделить на 2 в степени 2n. Кроме этих двух, ну, более-менее по определению формул, есть еще одна формула, абсолютно очевидная. Представьте себе, у вас есть какой-то путь, который вышел из начала координат, как-то ходил, и в точке 2n оказался здесь. Понимаете ли вы, что у него есть первый момент попадания на ось абсцисс? Самый левый. Согласны? Согласны. Значит, U2N это вот что такое. Ну, это, во-первых, просто F2N умножить на U нулевое. U нулевое, это, понятное дело, единица, да? Потому что когда вы на месте стоите и прошло ноль времени, то вы так и остались на месте. Вот. Это какие ситуации? Это ситуация, когда вы ни разу, вот так вот, да? Вот вышли из начала координат и ни разу до конца не попали. В конце попали. Хорошо. Другая ситуация. F2n минус второе. Это что означает? Что здесь вы ходили, не попадая, а потом вы должны пройти и закончить здесь. Умножить на u второе. F2n минус четвертое умножить на u четвертое. И так далее, и так далее, и так далее, господа. Общий вид такой. F2n минус 2k умножить на u2k, да? И в конце концов это закончится тем, что вы могли в начале f2 умножить на u2n минус 2. Вот если вы секунду подумаете, то поймете, что это формула очевидна. Есть первый момент, когда мы оказались на оси абсцисс. Вот могли только в самый последний момент оказаться, тогда этот момент 2n. Могло быть, что это в 2n минус второй момент. А после этого мы могли несколько раз, могли один раз.
2n-4 и так далее. Могли во второй момент, да? Вот, получается такая формула. А теперь начинается самое интересное. Давайте поставим перед собой, да, такую задачу. Сколько существует путей, которые обладают следующим свойством, что у них y1 больше нуля, y2 больше нуля и так далее, и так далее, и так далее, и y2n тоже больше нуля. Объясняю, что такое y. Y это вот что такое. Значит, x нулевое это у нас 0, y нулевое это 0. А вот когда мы делаем шаг, то координаты вот этой точки это x1, y1. Координаты следующей точки x2, y2. То есть, когда вы сделали k шагов, то вы пришли в какую-то точку, и над ней есть некоторая высота. Может быть сверху, может быть снизу. Вот. Итак, задача. С какой вероятностью мы, выйдя из начала координат, все время будем первые 2n шагов все время выше, чем ось координат? Согласитесь, что это вполне себе понятная задача. Правда? Правда. Хорошо. Другая задача. С какой вероятностью y1 больше или равно нуля, y2 больше или равно нуля и так далее, y2n больше или равно нуля? Она, что значит, чуть-чуть отличается. Еще одна задача. y1 не равно нулю, y2 не равно нулю и так далее, y2n тоже самое не равно нулю. Вот, господа, на самом деле лемма об отражении позволяет вполне успешно ответить на все такие вопросы. И что по-настоящему забавно и интересно, на самом деле, вот этот третий вопрос. Хотя вообще-то, если подумать, то эти вопросы не так уж и сильно отличаются друг от друга. Вот представьте себе, что у нас здесь есть некоторая вероятность, давайте ее обозначу по-маленькой, да? Понимаете ли вы, что вероятность, которая здесь, она в два раза отличается? Почему? А потому что любой маршрут, не пересекающий ось абсцисса вот в этих точках, он либо целиком лежит сверху, либо целиком лежит снизу. Согласны? Замечательно. Так получается, что из этих двух задач, первой и третьей, на самом деле достаточно решить верхнюю, ну или если угодно нижнюю. Хорошо. Давайте решим. Тем же самым методом отражения, который мы сегодня уже делали, давайте это все сделаем. Поехали. Первая задача. Вычисляем нашу вероятность. Нас интересуют пути, которые начали в начале координат, после этого сделали шаг вправо-вверх, да, и после этого как-то ходили, никогда не заходя на ось абсцисса. На ось абсцисса нельзя. И закончили путь где-то. Вот дальше очень важно. Мы не знаем где. Мы должны сделать 2n шагов и оказаться в какой-то положительной точке. Вообще, если четное количество шагов, то мы обязательно окажемся либо в точке 2, либо в точке 4, либо в точке 6 и так далее. Да? Так вот, ребят, все очень просто. Мы должны сначала зафиксировать одну из этих точек. Ну, не знаю, к примеру, значит, давайте возьмем точку 4, да? Хотя нет, давайте в общем виде. Давайте в общем виде. Значит, вот эту высоту обозначим 2k. Какие возможные варианты для k?
k это числа от 1 до n, да? Итак, нас интересуют пути, которые вышли из начала координат, закончились в точке с координатами 2n, 2k. Нас интересует, сколько таких путей. Ну, отлично! Тем самым методом отражения. Во-первых, желательно говорить не про начало координат, а про точку 1, 1. Просто вот, чтобы сразу не войти вниз. Из точки с координатами 1, 1. Сначала смотрим, в принципе, сколько таких путей. Это число сочетаний из 2n минус 1. Так, смотрите, чтобы сдвинуться вверх на 2k минус 1 шаг, надо сделать так. У нас, вот смотрите, всего шагов x плюс y это 2n минус 1. Пусть x это будут шаги вверх, y шаги вниз. А x минус y это у нас должно быть 2k минус 1. Надо быстренько из этой системы понять, чему равняется число x. Для этого надо сложить, и получится, что x, ну, x это n плюс k минус 1. Замечательно. Число сочетаний по n плюс k минус 1. Да. 2n плюс 2k минус 1. Не, пополам, что поделили. Еще раз, у нас есть система. А, все, да. Складываем уравнение, да, и делим на 2, потому что там 2x. Не, все хорошо. Теперь метод отражения. В чем он состоит? Нас интересуют пути выбросить, которые начались в этой точке, ходили и попали на ось абсцисс или ниже. Ну вот стандартная идея. Берем самое левое попадание на ось абсцисс, вот этот кусок отражаем, понятная идея, да? Симметрично, и говорим, что это фактически пути из точки с координатами 1, минус 1 в ту же самую точку. То есть надо вот из всех таких путей вычесть пути из, вот такие. Здесь будет то же самое 2n, 2k. Понятно? Это число сочетаний по-прежнему из 2n минус 1. Только количество шагов вверх больше. Было 2k минус 1, осталось сколько? 2k плюс 1. А когда здесь 2k плюс 1, то они уничтожатся. Понятно, да? 2n минус 1 и 2n. Замечательно. Вот прелесть в том, что вот это 0. Все совершенно очевидно. Вот здесь вот у нас они исчезают и так далее. И остается вот это число. И это правильный ответ. Еще раз попытаюсь объяснить, что, в чем здесь дело. Нас интересуют пути, которые начинаются в точке с координатами 1, 1 и заканчиваются в точке с координатами 2n, 2k. Мы говорим, что таких путей число сочетаний есть 2n минус 1, 2n плюс k минус 1. Почему? Потому что если обозначить буквой x количество шагов, которые мы сделали вверх, а буквой y количество шагов, которые мы сделали вниз, то всего шагов 2n минус 1, и при этом по вертикали мы сдвинулись вверх на 2k минус 1. Значит, из этой системы x это n плюс k минус 1. Вот так. А если мы стартуем на 2 ниже, то в таком случае надо на один шаг вверх больше сделать, соответственно, на один шаг вниз меньше. И поэтому x будет равняться n плюс k. После этого подставляем вместо k все подряд числа от 1 до n и обнаруживаем, что здесь сумма совершенно замечательно сворачивается и получается равна вот этому. Да. Можете объяснить, почему равна 0? А потому что нельзя выбрать из 2n минус 1 предмета 2n штук. Таких путей не будет. Давайте подумаем. Ведь когда мы идем в точку с координатами 2n, 2n, то не сбалуешь. У нас нет способа успеть спуститься. Единственный маршрут это по прямой, вот так только подниматься. И поэтому там вычитается 0. Вот. Ну а если формально число сочетаний из меньшего числа по большему, это 0. Определение. Ну как?
вас есть 5 предметов, из них надо сдать 6 экзаменов. Нельзя. Понимаете? Не бывает. Да, так вот, господа, чему же равно искомое число P маленькое? Очень просто. P маленькое, просто по определению, это отношение количества путей к количеству вообще всех, да, количество хороших путей, количество всех. Что такое все? Мы сделали 2 n шагов. Значит, P маленькое, это есть вот это вот число сочетаний, деленное на 2 в степени 2. Теперь очень интересная штука. А сколько это? У нас, смотрите, у нас есть замечательное выражение f двоенное, у нас есть u двоенное. И теперь возникло еще некоторое p. Давайте я сейчас не поленюсь и аккуратно напишу 2n-1 факториал. Разделить на n факториал, на n минус 1 факториал. А теперь смотрите, что можно сделать. Можно в числитель написать число 2n. Еще домножить. И тогда в числителе будет 2n факториал. Ну и разумеется, то же самое число 2n написать в знаменателе. 2n факториал. N я только что написал. И еще n минус 1 факториал. Посмотрите, что это такое. N на n факториал. Это есть число сочетаний из 2n по n, деленное на 2. Ребята, P это просто-напросто удвоенное пополам. Это не новое, оказывается, число. Оно просто в 2 раза меньше, чем удвоенное. А вот это выражение, выражение 2p, это просто-напросто 2p, это в точности u со значком 2. Правда, неожиданно?